Прошло 57 лет с первого полета человека в космос. В 1961 году старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. С тех пор началось время активных полетов в космос. Но прежде чем в неизвестность отправился человек посмотреть обстановку за пределами Земли, были направлены четвероногие друзья. В августе 1960 года суточный полет с возвращением совершили собаки «Белка» и «Стрелка». И уже спустя чуть менее года на такое путешествие решился человек. Широко отмечаемая во всем мире годовщина полета первого человека в космос имеет прямое отношение и к нашей стране. Поставщиком продуктов питания для советских орбитальных станций и ракет был молдавский НИИ пищевой промышленности. Именно молдавские ученые изобрели новую технологию сублимации фруктов и овощей. Молдова занималась десертным меню, в которое вошло более 20 наименований соков, 15 фруктовых палочек в различных сочетаниях, фруктовые пюре и вкуснейшие овощные соусы. В 21 веке освоение космоса достигло колоссальных подвижек, невиданных ранее. Сейчас вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников. Космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. На Марс и Венеру уже опускались автоматические зонды. Более того, несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной системы. Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны, поздравляю вас с Днем космонавтики. Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе, на борту Международной космической станции. Кстати, МКС в этом году исполняется 20 лет. Со дня запуска первого модуля станции превратилась в самый масштабный международный проект современности. Каждый, кто посвятил себя космосу, сегодня уверены, вспоминает самые важные и самые сложные моменты истории освоения космоса. Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше. Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс. Мы совершим еще много великих открытий. Открытий, которые будут помогать всем, кто живет на Земле, и делать жизнь комфортной и безопасной. Друзья, с праздником! Отличное настроение и новых космических высот.